Алло, Катя. Что? Я хотел... Говори громче. Я хотел сказать. Я все-таки уезжаю. Как? Куда? Нет времени объяснять. Что значит нет? Что случилось, Андрей? Алло. Прости, Катя. Слышь меня, прости. У меня будет жить мой родственник. Он все тебе объяснит. И он обязательно поможет. Он тебе поможет. Если что. Что, если что? Скрип половицы.